мы с семьей постоянно посещаем такие мероприятия, которые проходят уже вот не первое. Ждем, когда дочь подрастет, чтобы она более масштабно могла это все оценить, поучаствовать во всех конкурсах для детей, мероприятий. Очень интересно, развито со всех сторон, так как есть и бои, есть вот можно поплавать, да, кому-то футбол, привезли снег, да, что для нас как бы в это время года довольно удивительно. Сегодня продолжаем наш Штормфест, который уже четвертый раз в Омске проходит. И, конечно, такого мероприятия не было, если бы у нас не было Александра Павловича Шлеменко, человека которого... Давайте спасибо ему скажем и поддержим. Давайте делать наш Омск спортивнее, нашу область здоровее, крепче и нашу страну сильнее. Поддерживать нашего президента, и все у нас всегда получится. С праздником! С Днем физкультурника! Мы слышим какие-то спортивные соревнования, что-то подобное. Вот сегодня нас привлек снег, и мы пришли посмотреть Штормфест, и это всегда интересно. Сегодня мы присутствуем здесь на мероприятии Штормфест при поддержке Министерства спорта. Мы вошли в 25 лучших спортивных проектов в сфере любительского спорта, и нас пригласили сегодня поддержать мероприятие. И вот мы здесь. Большое спасибо Александру Шлеменко за то, что устроил такое событие у нас в городе. Это так здорово. Мои мальчики смогли покататься на сапах. Сейчас пойдем еще в другие места попробуем, потому что это такое удовольствие. И нам весело, и детям классно, весело. Фестиваль здорового образа жизни. Это то, в чем нуждается сегодня наше общество. Да? Вот. И то, что здесь организована банная площадка, это очень важно, потому что баня – это важная традиция, семейная традиция, которую необходимо сегодня вернуть в каждую семью. Чем мы в этот раз удивили, это зимние виды спорта. То есть летом мы привезли сюда снег. У нас есть огромная, по сути, огромный спуск. И на этом спуске показывают свое мастерство представители сноубординга. Очень много здесь людей. Все ходят, смотрят, пробуют, занимаются. Поэтому и отклик очень положительный. Очень много получил уже, наверное, тысячи получил благодарности. Спасибо от людей. Приятно, что люди ценят то, что мы делаем.